Всем привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова. И сегодня я бы хотела с вами поднять тему. Долго думала, читала ваши вопросы, ваши интересы и поняла, что, конечно, одной из самых интересных тем является взаимоотношение между мужчиной и женщиной. И сегодня мы поговорим об этом с позиции осознанности, с позиции человека, который умеет и создает свою реальность такой, какой он ее хочет. И, в общем-то, будем говорить с позиции с этой, как это должно быть, и будем разбираться, как вот из того состояния, в котором мы находимся сегодня, перебраться в состояние того самого счастливого суперчеловека, суперженщины или супермужчины, который может позволить себе жить круто и интересно. Тему я назвала «Это все из-за него». Почему? Потому что то и дело мне постоянно пишут вопросы, рассказывают разные ситуации, в которых так или иначе прослеживается модель, что я из-за него, на самом деле сюда можно и подставлять женщину в том числе, я из-за него, значит, что-то там. Вчера, например, одна из участниц последнего марафона «Рерайтер жизни» написала, что я очень благодарна, потому что мужчина меня предал, и я сейчас из-за него, значит, там все смогу, из-за него вот назло ему где-то, да, это читается, значит, всего добьюсь. Буквально, по-моему, тоже вчера мне написала девушка в личку о том, что она воспитывает сама ребенка уже длительное время и работает, вот, но когда она делала медитацию, она увидела мужчину, и, который, значит, ее обеспечивает, на котором все лежит, ее гора ответственности, но она вообще, в принципе, очень горда тем, что она сама обеспечивает ребенку, что, значит, мол, не нужен мне мужик, и так далее, и так далее. И вот вы знаете, я же не психолог, сразу же об этом говорю, поэтому у нас это не будет с вами похоже на сеанс психотерапии, хотя я взяла подушечку на всякий случай, как у Фрейда на диване, но я хочу сегодня с вами разобрать тему, откуда вот эти все наши дурацкие мысли и мтарства, откуда у женщин так много, у современных женщин, да, так много вот этого всего нытья, разговоров и переливания, что называется, из пустого в порожнее на тему мужчины. Почему мы придаем такой большой смысл появлению или отсутствию партнера в жизни, и почему, самое главное, мы так любим обвинять его во всем. И в том, что ты меня, значит, там унизил, бросил, предал меня, изменил мне, а я назло тебе. Или я все равно не сломаюсь, и я дойду. Вот у женщины есть такая очень интересная роль, значит, ей нужно поставить мужчину так или иначе вперед себя. И сделать его плохим, хорошим, тот, кто ее, значит, там обижает или наоборот. Но вот мужчину нужно ставить вперед себя. А я хочу сегодня задаться таким вопросом. А неужели вы считаете, что вообще можно построить какие-либо здоровые и здравые отношения, постоянно отстраиваясь от своего партнера? Ну, то есть, отстраиваясь, это значит, что для того, чтобы я могла построить свою жизнь, мне нужен кто-то, кто был бы для меня каким-то положительным, отрицательным героем. Ну, в общем-то, мне нужен обязательно кто-то. Вот у меня тут рядышком стоит такой штативчик симпатичный. Вот он сегодня будет моим таким этим героем, знаете. Вот он обязательно мне, значит, нужен, чтобы я ему сказала, это из-за тебя я стала богатой, или из-за тебя у меня все в жизни плохо, тварь такая, значит, ты ничего. Или это ты меня предал, и теперь мне приходится страдать, и я не могу верить мужчинам. Или ты, значит, меня унизил в этой жизни, или ты, наоборот, подсадил меня на золотой кошелек, всю жизнь меня, значит, содержал, а потом меня выбросил от себя. Короче, все, скотина такая из-за тебя. Давайте будем эту тему сегодня с вами ковырять. Потому что она действительно очень интересная и очень актуальная, и практически в жизни каждой женщины я встречаю эту чудесную историю и драмы в виде мужчины. И у меня такой герой тоже есть, конечно же, конечно же. Существуют главные герои, знаете, как в фильмах там, потом есть эпизодические роли, но у меня есть такой главный герой, на котором построена моя история. Я уже даже, честно говоря, периодически думаю, вообще правда ли все то, что я рассказываю, или уже моя бурная фантазия все это дорисовала. Но в моей жизни, если рассказать о себе, у меня был герой, мужчина, с которым я встречалась, там, которого я, наверное, любила. Это очень сложно вспоминать, потому что
Но то, что было с тобой там 20 лет назад, это уже кажется, как будто бы ты пересказываешь какой-то фильм, который ты видел в детстве, да, и ты там, тебе кажется, что там как-то все было по-другому. Так вот, мой герой как раз был отрицательным, потому что он пил, он, в общем, был похож на моего отца в этом отношении, он пил, он был душой компании, у него было денег, но мало, что называется, и я постоянно как-то подносила деньги, значит, в нашу с ним такую семью, мы постоянно ругались, я все время была жертвой, потому что я очень боялась, что он все-таки меня бросит, и я к нему возвращалась, и в моей взрослой жизни этот персонаж сыграл значительную роль, потому что я получила в итоге человека портрет, которого я не хотела видеть рядом с собой в жизни. То есть у меня был такой штатив, с которым я сравнивала, значит, все дальнейшие партнеры, которые в моей жизни появлялись, я типа сравнивала, похож, не похож, типа если похож, значит не подходит мне. То есть это сыграло в моей роли, в моей жизни вот такую вот интересную вещь. Но давайте разбираться. Ну, чего вообще мы все хотим? Ну, вот если так, по природе своей, вот, ну, не по природе даже, вообще, в принципе, если размышлять, чего мы все хотим? Ну, естественно, мы хотим быть счастливыми, да, мы хотим быть счастливыми, но мы очень плотно завязываем свое счастье на какого-то другого человека. То есть мы, когда начинаем вступать в какие-то отношения, мы как будто бы перебрасываем ответственность за свое счастье на другого человека. Мы ему говорим, ты меня недостаточно любишь, ты недостаточно внимания уделяешь, ты недостаточно зарабатываешь, у тебя недостаточные амбиции. Значит, мы все время этого второго человека каким-то образом в наших отношениях пытаемся поменять. Или обвинить в том, что у нас не так. Ты не пускаешь меня на работу, ты... меня предал, ты изменяешь мне с другой, поэтому я сегодня себя чувствую несчастной, ты хочешь от меня того, чего я не могу тебе дать, нам постоянно нужен вот этот кто-то ты, вот этот мой штатив опять, да, мой партнер, он нам все время, значит, нужен, чтобы мы его в чем-то там обвиняли, что-то делали. И часто, когда, например, женщина, ну, давайте рассмотрим, да, такие ситуации, вот, например, предал. Что мы называем предательством? Мы называем предательством то, что, значит, другой человек имел с кем-то отношения сексуального характера или имел с кем-то отношения не только сексуального характера и, возможно, ушел ко второму человеку. Вот заметьте, насколько интересно мы устроены. Когда я говорю все время об эгоизме, о том, что эгоизм – это хорошо, потому что эгоизм в моем понимании заключается в том, что я хочу быть счастливым, и я ищу способы реализации для этого. Но когда другой человек, той же, рядом с вами, который находится, хочет быть счастливым, а поверьте, если он заводит какие-то отношения на стороне или уходит в другую сторону, это означает, что он там находит то, что ему нужно. Мы это воспринимаем, тот, от кого уходит, воспринимает это, вот женщина особенно, на зло и предал. То есть мы воспринимаем не то, что у человека начались какие-то отношения, потому что у него возникло желание эти отношения начать, потому что он влюбился, потому что у него феерический секс, потому что у него появились какие-то свои желания. Мы воспринимаем, что он это делает для того, чтобы другому насолить. Для того, чтобы мне сделать плохо другому, я иду, значит, там, изменять или заводить отношения. Но как еще тогда назвать предательство? Когда говорит, он меня предал, это означает, что он пошел и сделал что-то для того, чтобы нагадить другому, а не для того, чтобы сделать удовольствие для себя. Понимаете? То есть мы не только хотим, мы не особо, кстати, хотим учиться управлять собственной жизнью и руководить ею, и отвечать за нее, и развивать ее, но нам очень нравится другим рассказывать, что они делают не так. И в принципе это очень явная и точная позиция, когда что-то происходит, мы другого, вместо того, чтобы задаться вопросом, а почему это произошло, как я моего партнера на это подтолкнул, чем? В чем были ошибки в моем поведении? Что я не увидел? Я не увидел, что мы уже чужие люди. Я не увидел, что ему или ей нужен другой секс. Я не увидел, что я чего-то не даю там и так далее. Но мы говорим нет, мы так это не рассматриваем с позиции себя. Мы рассматриваем с позиции того, что я тут сижу такой весь хороший в браке. Брак – отличная штука. Вот, у нас штамп в паспорте, а он пошел заводить какие-то другие отношения, значит, он меня предает. Вы понимаете сейчас, о чем я говорю? Я говорю о том, что наша лень и наша жертвенная позиция жизненная в голове
постоянно дает, не дает нам сил и мудрости начать думать о том, что я сделал не так, а дает просто возможность оценить, что это он меня предал, и из-за него я теперь страдаю. И вот все это как бы ладно, лирика, страдаешь и страдай себе на здоровье. Но в чем опасность? Я сейчас о чем говорю? Я сейчас не буду рассматривать какие-то там измены, вот эти все вопросы. Я говорю о том, что опасность заключается, когда вы начинаете отстраивать свою жизнь и говорить, вот благодаря тому, что меня предал, я, значит, добьюсь, и я пойду на зло. Самое тупое, что мы можем делать, это отстраивать свою собственную личную жизнь не с целью найти себя, быть счастливым, жить классной жизнью, понять, чего ты хочешь, кто ты, раскрыть свой потенциал, а с целью того, чтобы превратить свое какое-то восхождение в то, чтобы доказать другим, в то, чтобы сделать больно кому-то. Получается, что нами двигает боль, нами двигает обида, нами двигает какое-то, ну, давайте болью, да, назовем, боль, страх, вот такие вещи, страх, что это повторится когда-то. А как вы считаете, если мы с вами находимся все время на волне того, что нам больно, страшно, и мы, по сути, мстим. Я назло тебе стану счастливым. Назло тебе я добьюсь. Я назло тебе сделаю так, что ты еще приползешь. Как вы считаете, если мы с вами, а мы с вами, те, кто смотрит эфиры, уже знаем, что то, что мы с вами чувствуем, то, что мы с вами излучаем, да, то, о чем мы думаем, то мы в свою жизнь и притягиваем. Как вы считаете, если нашей мотивацией является назло, достигну успеха назло тебе, это позитивная вибрация или негативная? Ну, однозначно негативная, потому что мы все время думаем в негативном русле. Мы делаем что-то не с целью того, что я хочу успеха, а с целью того, что я хочу насолить и доказать тебе. Я хочу, чтобы ты понял, тварь, кто ты, кого ты потерял. Я хочу, чтобы ты знал, что я назло тебе всего добьюсь. Безусловно, что эта вибрация где-то срабатывает. Это ответ на вопрос, почему так часто приходят в жизнь как будто бы неожиданно страшные болезни. Говорят, на ровном месте. Такая молодец, такая умничка, так в жизни вот сама все тащит, все делает. А потому что тащишь-то ты с болью и со страданием. Потому что еще не осознал, что жизнь – это не боль, а страдание, и тащить не надо. Развиваться нужно во благо. Потому что ты хочешь себя найти, потому что ты хочешь раскрыть свой потенциал, а никак не наоборот. Рассматриваем еще ситуацию, да? Например, когда у вас был какой-то негативный опыт в партнерских отношениях, ну, что-то закончилось не так. Ну, давайте я буду все-таки как женщина рассматривать на примере женщины. И вот ты остаешься там с ребенком, вы расходитесь просто, не то, что ты остаешься, вы расходитесь в разные стороны. И появляется страх. Да, появляется страх такого рода, что я должна сама зарабатывать на своего ребенка, я сама должна обеспечивать жизнь, я больше не могу доверять мужчине. Особенно если брак начинался с хорошей страницы, да, типа жили вместе счастливо, он зарабатывал, все были счастливы, а потом он раз и ушел, или просто разошлись ваши пути. И вот женщина начинает говорить, я стану мужиком. Ну, по сути, я теперь сама буду все обеспечивать, я теперь сама во всем пробьюсь и начинает это делать. Такое развитие, такая карьера, бизнес всегда идут точно так же построены на негативных вибрациях. То есть вы развиваетесь не от удовольствия, а от страдания. Вы развиваетесь для того, не для того, чтобы быть счастливым, а для того, чтобы больше не вернуться в ад. И вы знаете, это моя тоже история, у меня тоже была, слава богу, не история в контексте там развода, но история в страхе того, что я должна иметь возможность сама себя обеспечивать, в случае чего. И вот это такая ледяная горка, потому что для женщины подобное мышление постоянно сулит проблемы в личных отношениях. И даже если у вас эти отношения складываются,
мы энергетически притягиваем в наши общие с мужчиной отношения постоянные какие-то проблемы. Потому что наш страх все время притягивает к нам какие-то негативные ситуации. И я могу вам сказать, что построить классные личные отношения, являясь при этом женщиной с болью, с личной душевной драмой, травмой, которую она постоянно в себе держит, и постоянный страх довериться мужчине, постоянный страх в том, что нормальных мужиков нету, постоянный страх в том, что «а что, если бросит, мне нужно точно иметь, значит, какой-то свой крепкий фундамент», как правило, рано или поздно приводит все равно к этому краху. То есть даже если отношения какие-то получаются, рано или поздно они разваливаются, потому что наша мощная энергетическая вибрация, мысль, которая живет в голове, этот страх, рано или поздно взрывает вот этот вот сосуд, и наши осколки попадают в те отношения, которые у нас есть. И хочу, чтобы вы поняли очень-очень простую штуку, которую я хочу сегодня до вас донести. Мы можем рассмотреть с вами миллион различных вариантов событий на тему того, какой он подонок, как он бросил, как нужно быть самостоятельной, как нельзя рассчитывать на мужчин, как мужчины твари изменяют. Мы можем это все рассмотреть. Но я хочу, чтобы вы поняли, что до тех пор, пока мы будем сбрасывать ответственность на партнера, мы, кроме как вот этим разговором ни о чем, мы ничего нового не получим. Я вообще думала о том, почему мы так сильно любим создавать себе проблемы в личной жизни. Знаете почему? Потому что именно в моменты создания этих проблем мы ощущаем самую большую свою значимость и можем спрятаться от всех остальных проблем. Ведь если, например, говорить о бизнесе, о деньгах, о больших успехах, это всегда заставляет нас выходить из зоны комфорта и делать какие-то сверхдействия. Потому что далеко не каждый может легко стать успешным бизнесменом, далеко не каждый может легко зарабатывать большие деньги. Не каждый не по природе, а потому что мозгов не хватает, энергии на это. А вот разборки личного характера, личные драмы, рассказы о том, какой мужчина плохой, или какие у тебя сложные ситуации, или как он тебя предал, это масштаб каждого человека. С каждым человеком это происходит. И здесь очень удобно войти в эту личную драму и объяснить, что ты не можешь сейчас заниматься работой, карьерой, и что вообще твоя жизнь не сложилась только потому, что ты не того встретила, не тот подонок. И вся твоя огромная жизнь схлопывается в маленький в этот квадрат, в котором ты можешь страдать, быть жертвой, у тебя будут те, кто тебя будут поддерживать, жалеть, ты будешь эту душевную историю рассказывать всем своим подругам, детям, в поколениях, вот. И это всегда такая своя, знаете, личная история успеха в масштабе вот таком вот. Она такая же, так же трогает, как история Илона Маска о том, как он 4 раза не мог запустить ракету в космос. Только трогает она чуть меньшую аудиторию. Именно поэтому мы так любим прятаться от жизни реальной в свою квартиру, в свой вот этот маленький масштаб межличностных отношений. И рассказывать о том, как мы страдаем, как мы сейчас не можем, у меня сейчас развод, у меня сейчас ребенок, и все, у нас есть объяснение для всего, почему мы в жизни не состоялись и что с нами произошло. Так вот, я хочу вам сказать такую очень важную штуку, что, как я уже сказала, мы можем рассмотреть с вами миллион различных ситуаций на тему того, какой он говнюк. Или мужчина может то же самое сказать о женщине. Если вы думаете, что мужчины не играют в эти игры, точно так же играют. Точно так же женщина становится причиной всех их жизненных неудач. Если бы не она, то все бы получилось, но ему не повезло с женщинами. Так вот, сколько бы мы с вами в различных историях вот этих прототипов не выстраивали, какой он тварюка, как он неправ, как тебе не повезло, ты такая хорошая, а он не оценил, а мужчины сейчас нынче перевелись, мы должны осознать очень простую вещь, что счастье вообще невозможно, такое, которое мы хотим получить, если мы его постоянно выстраиваем с позиции того, что нам кто-то нужен, что наше счастье зависит от кого-то другого, от того, что он будет делать.
Я хочу, чтобы вы осознали, что вообще природа любого человека – это его развитие. И отношения, скорее всего, нам даны для, не только для размножения, для удовольствия, но для какого-то, для каких-то, вот знаете, межличностных коммуникаций и какого-то интереса в жизни. Но тем не менее, наша с вами цель, как бы нам это смешно ни звучало, даже не детей вырастить. Наша с вами жизненная цель – провести себя по жизни. Провести себя и желательно сэволюционировать, как-то развиться, свои, найти, обнаружить свои таланты, обнаружить свой какой-то потенциал, то, с чем ты в эту жизнь пришел, и каким-то образом с этой жизнью взаимодействовать, вырасти. Ну, например, это знаете как, когда вы приходите в тренажерный зал, вот вы пришли такой, какой вы пришли, обычное у вас тело. И если сравнить нас, то вот мы вот пришли такие в жизнь. Только жизнь наша – это тренажерный зал. Вот представьте себе, что наша жизнь – это просто тренажерный зал. Только тренажер – это не железки, а вот то, что с нами происходит. И наша с вами задача в жизни – взаимодействовать с этим тренажерным залом. То есть если мы с вами пришли в реальный тренажерный зал, то благодаря тренажерам мы можем поменять свое тело, да? Благодаря тому, что мы будем делать с этими тренажерами. Те из нас, кто будет классно тренироваться, заниматься и поймет, что делать с тренажерами, может как результат получить новое офигенное тело. А в жизни те из нас, кто начнет взаимодействовать с возможностями жизни, может очень сильно развиться и каким-то образом улучшить и этот мир, и, собственно, себя, да? То есть с помощью своего потенциала мы можем чего-то в этом мире натворить. Вот пришел человек, у него потенциал ученого, и он там что-то натворил, и у нас образовались дома батареи, тепло, там лампочку изобрели и так далее. То есть наша задача с вами взаимодействовать в этом мире, найти себя, не прийти и начать кого-то обвинять в том, что вот этот штатив помешал мне в жизни, значит, быть успешным. На самом деле нет. Нам в жизни все только помогает. Но, опять-таки, мы обычно ищем, кого обвинить, или обычно ищем кого-то, кто бы помог нам улучшиться. Но это тоже является ошибкой, потому что взаимодействовать мы со всем можем, но, по сути, нам кто-то не нужен в жизни для того, чтобы мы стали лучше или хуже. Нам в жизни нужны только мы сами. Все зависит от наших личных стремлений и пониманий. Это то, что я называю осознанностью. Умение задавать себе вопросы и двигаться в нужном направлении, переставая обвинять других людей в том, что они слишком хороши или недостаточно хороши. Так отношения между двумя людьми классные могут простроиться лишь в одном случае. Когда эти, ну я про классные отношения, не про отношения, где кто-то зависим, кто-то созависим, значит, и им вдвоем хорошо. Один бухает водку, а второму нравится жаловаться, что тот бухает водку. Но оба счастливы, потому что одному нравится бухать, а второму нравится жаловаться, что тот бухает. И все удовлетворены. Я немножко не про эту историю, это как раз история про созависимость, где, как говорится, два сапога пара. Одному нравится одно, другому другое, и вы в этом счастливы. И вам отлично, понимаете? Вот один одного бьет, один бьет точнее, а второй дает себя бить. Но тот, который дает себя бить, счастлив, что его бьют, поверьте, таких людей очень много. Им нравится жизнь их такая страдальческая, а второму нравится пиздить первого. Все, они идеальная пара, они замечательно вместе живут. Но если мы говорим с вами про нормальные отношения, то нормальные отношения возможны только при одном условии, когда два человека являются независимыми личностями. Личностями, которые счастливы и развиваются сами по себе, вне зависимости от того, что делает их партнер. Понимаете, когда, например, есть два человека, каждый из которых живет своей жизнью, тогда, когда они сходятся или расходятся, в их жизни не происходит глобального краха. Понимаете, это как жизнь на своих территориях. Вот есть вы, представьте себе, что есть вы. Вы работаете, у вас есть деньги свои, вы знаете, кто вы, да, чем вы занимаетесь, что вам нравится, то есть вы знаете, что вы делаете в этой жизни. У вас есть свой дом, у вас есть свой автомобиль, вы независимы финансово, и вы знаете, кто вы, у вас есть дело вашей жизни. Вы знаете, какие бы отношения вы хотели иметь.
Как бы вы хотели, чтобы строились ваши отношения, конкретно ваши с партнером? Возможно, вы хотите брак, а возможно, это не ваш вариант, и вам нравится быть в отношениях ровно столько, сколько вам нравится в них быть. Или вам нравится быть в нескольких отношениях. Вы знаете, чего вы хотите. И рядом с вами есть второй такой же партнер. Скажите, пожалуйста, будет ли для вас проблемой, если вы в какой-то момент решите с этим партнером разорвать отношения? К примеру, вы с ним жили вместе, у вас все было хорошо, но у каждого из вас есть своя дорога. Будет ли вам сильно страшно порвать эти отношения, даже если между вами была любовь и прочие вещи, но вы реально понимаете, что это не тот человек, по каким-то причинам. Проходит время, и вы понимаете, что ну как бы все. Понимаете, о чем я говорю? Будет ли вам страшно, ответьте мне, вот если вы понимаете, что что-то в ваших отношениях не то, даже на паузу поставить, будет ли вам в этом случае страшно поставить эти отношения на паузу? Напишите, пожалуйста. Нет, конечно, и все это понимают. Правда? Не будет. Не будет. Потому что вы знаете, что у вас есть свои собственные рельсы. У вас есть собственный вагончик. Вы знаете, кто вы есть. Да, это неприятно. Да, я не говорю, что вы роботы, вы не будете переживать. Будете. Но когда есть свои рельсы, ты понимаешь, что мне нужно поставить на паузу. Мы же не расстаемся просто так. Мы расстаемся по причине того, что у нас появляются какие-то сомнения, что-то идет не по плану. А теперь скажите мне, пожалуйста, а если у вас, вы не знаете, кто вы, понятия не имеете, чем вам в жизни заниматься, от силы вы наемный сотрудник, который получает немного денег. У вас есть ребенок, у вас нету своей жилплощади, вы живете даже, может быть, худо-бедно со своим партнером там на съемной квартире. Будет ли вам страшно в этом случае, когда вы поймете, что что-то между вами происходит не так, поставить на паузу, сказать, давай поживем отдельно. Мне нужно время посмотреть и подумать на то, те ли мы люди, которые должны быть вместе. Нужно ли нам вместе идти дальше? Счастливы ли мы вместе? Как мы будем находиться друг от друга порознь? Сможем ли мы это делать? Что на самом деле я к тебе чувствую? Я хочу это понять. Сможете ли вы это сделать, если вы при этом не понимаете, кто вы? Не сможете. Вы будете этого хотеть, но ваша голова будет вам говорить, ты что, с ума сошла? Тебе некуда уйти, у тебя нету работы, у тебя нету ничего. Конечно, будет страшно, вы не сможете это сделать. И большинство людей живут вместе не потому, что они хотят быть вместе, а потому что они не могут быть не вместе. У них ничего нету. И мало того, речь идет не только о самих деньгах, речь идет о непонимании того, кто я и что мне делать. Так вот, история заключается в том, что большинство женщин переходят в позицию самостоятельности только после развала отношений, имея негативный опыт. Но проблема заключается в том, что мотивация у женщин после такого опыта неправильная. Потому что мы начинаем себя искать из мотивации той, чтобы больше не попасть в такую историю, что я больше не хочу зависеть от мужчины, потому что это для меня опасно. И когда мы начинаем излучать эту вибрацию, мы не можем в дальнейшем построить нормальных отношений. Понимаете, в чем проблема? У многих женщин получается после этого подняться. У кого-то хуже, у кого-то лучше, но женщина в любом случае находит свою работу и научилась себя обеспечивать. Но этот опыт дает
огромную железную стену, занавес для новых отношений. Потому что отныне этот страх больше никогда не попасть в такую ситуацию, больше никогда не позволить мужчине влиять на свою жизнь, выстраивает железный занавес и приносит жизнь страдания. Потому что женщина, как ни крути, хочет романтических отношений. Она хочет, чтобы о ней заботились. Она хочет, чтобы мужчина дарил ей подарок. Но имея предыдущий опыт, очень часто достаточно дорогой морально, который нескольких лет жизни стоил, женщина сама для себя выстраивает забор из убеждений. Нормальных мужиков нет, нуж нет. Я больше этого не допущу, особенно если есть ребенок. Женщина же львица по отношению к своему детенышу, да? Я больше этого не допущу. Я буду работать сама. Я должна иметь свой кров, свою крышу. Значит, я все сама. Может быть, я когда-нибудь встречу хорошего мужчину. Но в жизни это было бы похоже на то, что вы выстроили железный забор и надеетесь, что вдруг когда-то, однажды, будет идти мужчина по улице, и он случайно провалится в какой-то люк, а когда будет из люка искать выход, как в фильме, он случайно пролезет через ваш железный забор и попадет на ваш участок. Вот приблизительно это выглядит так. Поэтому о чем я вам хочу сказать? Я хочу вам сказать, что вообще абсолютно нормально по своей природе, мое мнение, искать и реализовывать себя каждому человеку, мужчине и женщине, вне зависимости от пола. Искать и реализовывать не для того, чтобы быть материально друг от друга независимым и в случае чего иметь свою территорию, чтобы уйти. Это плохая мотивация. Эта мотивация не даст вам главного. Она вам может подарить финансы, но она не даст вам счастья, за которым вы рано или поздно начнете выть. Вы должны понимать, что просто развитие, поиск своего потенциала и реализация своих желаний – это не для того, чтобы себя от чего-то оградить, а это просто потому, что в этом заключается ваша жизнь. Жизнь каждого человека, ее настоящая вот какая-то суть, и заключается в том, чтобы себя найти. И когда вы начинаете думать о том, что вы хотите себя реализовать просто потому, что вам это важно, потому что вы хотите обрести счастье, занимаясь и находясь в том деле, в том пространстве, для которого вы рождены для того, чтобы что-то делать, надо это осознать. Чтобы как-то в этом мире проявиться, стать великим художником или стать кем-то, вне зависимости от того, что это. И мотивация должна быть именно это. У нас сегодня мотивация очень замылена. Нужно найти себе богатого мужа, чтобы, значит, потом были деньги. Или чтобы родить ребенка, и он не был бедным. У нас сегодня очень много мотивации немножко неправильной. То есть она с одной стороны правильная, с другой стороны нет. Потому что у нас нету цели сегодня глобальной. Мы не понимаем главного, что мы рождены не для вот этой финансовой всей истории. Мы рождены для собственной реализации, для прохождения собственного пути, для того, чтобы встать на свой жизненный эскалатор и проехать. И если мы встанем на свой жизненный эскалатор, у нас по-любому будут деньги. Но деньги не могут быть мотивацией как целью всего. Потому что тогда мы смотрим только на деньги, но мы совершенно не чувствуем себя. Мы ищем, где они лежат, но мы через это не развиваемся. И когда находим деньги, очень часто начинаем ощущать себя несчастными. А несчастье чаще всего приводит нас к болезням, на которые мы все деньги и тратим. Понимаете? Немножко у нас замкнутый круг. Так вот, к чему я все это веду сложными путями? К тому, что так или иначе вы можете построить счастливые, классные отношения только когда вы найдете себя. Когда вы будете развивать себя для того, чтобы развиваться, для того, чтобы найти, а где же мое, а в чем я могу быть классным, а от чего я получаю удовольствие, когда это станет вашей целью, а не то, что мне придется добиться успеха для того, чтобы в случае чего мужик меня не выкинул. Понимаете, это огромные две разницы. И в принципе мужчина точно так же может построить отношения с классной женщиной при условии того, что он будет идти по тому же пути. У мужчин немножко по-другому как-то в любом случае устроено. Мужчины умудряются сделать женщину главной мотивацией в своей жизни, даже не женщину, а женщин.
Мужчины говорят, как я хочу иметь деньги для того, чтобы не иметь проблем с женщинами. Ну, это мотивация, но у мужчин немножко другая энергия идет. Женщина все равно, видимо, за счет того, что мы рожаем детей, мы с вами подключены немножко к другим каналам. Поэтому сегодня, если вы оказались в состоянии развода, если вы находитесь в состоянии того, что отношения развалились, или вы понимаете, что из них пора уйти, включитесь для себя мотивацию личного развития, а не мотивацию доказать ему. Просто поймите, что все, что с вами происходит, включая измены мужчин или изначально вы выбираете не того мужчину, все, что не происходит, ответственность лежит на вас. Не вина, вины нет никакой. Ответственность. Вы сами на тот момент, когда вы в эти отношения вступали, или на этот момент, в который вы попали, вы были неосознанным человеком. Вы не размышляли и не думали о том, что происходит и почему. Еще раз, никто не уходит из семьи назло другому. Никто не идет куда-то в какие-то отношения, чтобы сделать неприятно второму. Поэтому называть что-либо предательством, называть что-либо вот с таким обвинением не имеет смысла. Вам, может быть, это как-то облегчает вашу самооценку, вам хочется откреститься и сказать «он гад», но вы попросту сбрасываете ответственность, а проблему не решаете, потому что, скорее всего, что в следующих отношениях все будет повторяться. Потому что причина-то в вас всегда. Я являюсь причиной всего того, что со мной происходит. И это важно понимать. Понимаете? Вот это важно понимать. И когда вы это разбираете и понимаете, что да, отношения развалились, и в них не двое виноваты. Вот в том, что развалились мои отношения, виноват я. А в том, что развалились его отношения, виноват он. Потому что в любом случае мы говорим, что мы строим общие отношения, но на самом деле вы строите со своим партнером одни отношения, а он с вами другие. Как часто мужчина, например, женится на женщине для того, чтобы у него были классные дети и дом убран, ну, грубо говоря. А женщина выстраивает отношения, чтобы чувствовать себя надежно и покупать красивые шмотки, к примеру. Или чтобы ездить в хорошей машине. Или чтобы ей было с кем ночью спать и кому готовить еду. Или чтобы ей было кого учить, когда она выходит замуж за сыночка, находит себе такого партнера, который для нее является сыночком. Мы выстраиваем разные отношения, понимаете? Всегда. Я хочу от своего партнера одного, он другое. Я вам скажу больше, я когда со своим мужем часто разговариваю, вот у нас с ним, например, любовь означает разные вещи. Для меня, когда я говорю «я тебя люблю», означает одно, а для него совершенно другое. И он мне говорил, я помню раньше очень часто, «ты меня не любишь». Я говорю, «ну как не люблю?» Он говорит, «ты так не делаешь, а для меня именно это является проявление любовью». А я говорю, «у меня нет проявления любви». Знаете, вот как, например, кстати, тут по-разному бывает, у мужчин или у женщин, но по-разному бывает, когда, например, я обнимаю своего мужа, да, ну, неважно, мужчину, давайте, я обнимаю мужчину, и для меня любовь – это то, когда я могу позволить мужчине себя обнять и с собой так уснуть. А для моего – вот уснуть, не сексом заняться, а уснуть. Потому что он меня трогает, потому что я долго в его объятиях, вот этот контакт. А для мужчины, например, это не любовь. Для него любовь – это если вы занялись сексом. А если вы сексом не занимаетесь, то у него любви быть не может. Восприятие разное. Поэтому вы должны понимать, что так или иначе, то, что вы любите, ну, как бы, ваши отношения с ним и его с вами – это разные отношения. Вот оно так происходит. Нужно это просто осознать. Поэтому единственный способ для того, чтобы мы действительно были счастливыми в контексте длины своей жизни, а ведь партнеры могут меняться, в начале жизни они меняются, часто у людей они вообще по жизни меняются. Для того, чтобы мы могли быть счастливыми, нам нужно выстраивать собственную полосу жизни, не зависящую от партнера. Нам нужно твердо знать ответ на вопрос «я какую жизнь хочу?».
и искать такого партнера, с которым вы можете, с которым ваши желания где-то хотя бы будут совпадать. Хотя бы где-то будут совпадать, тогда вы можете идти вместе. Мы же чаще всего входим в позицию людей, которые пытаются сделать вид, что они готовы на общую жизненную дорогу, что у них их цели полностью совпадают. Даже не полностью совпадают, мы чаще всего говорим, мы являемся жертвами. Мы говорим, ну, мой муж строил карьеру, поэтому, значит, там жена декабриста, поэтому я за ним пошла. И так далее. Мы так много себя предаем, мы вообще не задаем себе в большинстве случаев вопросы, какую жизнь мы хотим, что в какой-то момент мы взрываемся, чувствуя себя абсолютно несчастными, обвиняя в этом партнера. И говорим, он меня предал, потому что я из-за него, тварь, работу бросила, это не сделала, короче, я собой пожертвовала, а он, скотина, меня предал, он еще пошел налево сходил. И наша обида огромная на него, потому что я ради него. А ошибка в том, что ради него ничего делать-то не надо. Наша первая ошибка в том, когда мы начинаем предавать себя. А себя мы предаем, когда мы делаем ради него. Это так сложно, да, сегодня все это рассказываю, это такая сложная тема. Но я хочу, чтобы вы понимали, что все на самом деле просто. Вы и есть стержень своей жизни. Ваши желания, ваше «хочу» и «не хочу», ваши ценности, ваше развитие и является на самом деле путем в вашу счастливую жизнь. И проблемы начинаются именно тогда, когда вы не думаете о себе, а начинаете играть в эти косички. И заигрываетесь до того, что в итоге все равно это все рвется. Но только рвется, а жизни-то вашей не было, вам нужно все начинать сначала. Потому что очень часто я слышу от девочек, я не знаю, кем я хочу быть, я не знаю, с кем я хочу жить, я продолжаю искать такого партнера, который у меня был, потому что я о другом и не думала, я не знаю и не верю, достойна ли я лучшего вообще партнера, кого я вообще достойна и кто я вообще есть, чего я вообще хочу, кем я могу быть. Вот с этим я сталкиваюсь так часто. Человек взрослый, который для других что-то из себя представляет, для себя не представляет ничего, не понимает, кто он есть вообще. Ответ на вопрос, кто я и чего я хочу, единственный, который, от которого надо плясать. Когда вы начнете это расплетать, вы сможете расплести очень много узлов. Но важно понимать, что в тот момент, когда мы становимся на эту дорогу, мы должны быть готовы к тому, что мы будем это расплетать, а не доходя до следующего узла, от страха писаться и возвращаться назад. Если вы принимаете решение, что вы хотите распутать свою жизнь, то день за днем необходимо совершать шаги. Да, здесь могут быть разводы. Да, здесь могут быть увольнения. Да, здесь могут быть поиски себя. Здесь могут быть разные процессы. Но тем не менее дорогу осилит идущий. И в течение месяца, двух-трех вы можете очень мощно пройтись. А можете продолжать во всем этом плавать, врать себе и ждать момента, когда это все разрешится. Но это может не разрешиться никогда, так как происходит у большинства людей. Осознанность – это очень интересное явление. Осознанность позволяет с собой знакомиться даже во взрослом возрасте. Я вам скажу, что этот процесс, он же никогда не заканчивается. И я себя за последний год очень мощно распутала. То есть все, например, что раньше на меня, ну, какие-то мои странные желания, мое странное поведение, я начала принимать какое-то время назад. Но на всем этом у меня висел ярлычок, крышечка на каждой такой бутылочке с чувством вины. Ну типа, да, я такая, но ёпсель, это же фигня. Когда я перестала это оценивать как чувство вины, а просто начала искать объяснение, почему это произошло и почему это для меня важно, я от этого избавилась. Я не могу стать идеальным человеком, но я могу избавиться от чувства вины, объяснив себе, почему это со мной происходит, найдя объяснение, почему мне это нужно или наоборот не нужно. А когда мы все время все это закупориваем, стараемся об этом не думать и продолжать жить, значит, той жизнью, которая у нас есть, мы рано или поздно заходим во все эти депрессии. Я последнее время очень часто стала слушать два таких понятия. Первое, как депрессия,
И второе – это, господи, как они называются? Я забыла. Забыла. Панические атаки, вспомнила. Панические атаки. Я никогда раньше не слышала этих понятий так часто. У меня сейчас знакомые через одного рассказывают мне о панических атаках. И вы знаете, это же не просто так происходит. Это же не просто так с нашим телом что-то начинает и с нашими мозгами что-то в один момент происходить, когда у человека срывает крышу, и он просто превращается в аут. Потому что когда мы с вами бутылку закрываем с пузырьками и долго трусим, она взрывается. Она когда-то обязательно взорвется. Зачем вы это с собой делаете? Почему вы так сильно боитесь начать знакомиться с собой, что готовы обвинять мужчин, партнеров, быть юзерами, абьюзерами, кем угодно? Почему вы не хотите начать с собой знакомиться и себя раскрывать? А буквально пару дней назад стартовал марафон «Рерайтер жизни», и девушка одна, там одно из заданий было предварительных проработать свои убеждения негативные. И она выполняла задание и написала очень смешной комментарий. Ну, смешной такой, знаете. Она написала: я выписала свои убеждения, читаю и не могу одного понять, как я выжила с ними. И вот вы знаете, это так интересно, потому что вот эта история с осознанностью на самом деле гораздо проще происходит, чем может показаться, быстрее. То есть, когда ты начинаешь выполнять определенные практики, тебя очень быстро включает. И включает так, что, знаете, вот ощущение, что тебе просто открыли глаза, и ты реально не можешь понять, как это может быть. Вот ты еще вчера думал так, а сегодня смотришь на ситуацию по-другому. И ты не можешь понять, как ты вчера и всю свою предыдущую жизнь смотрел на это так. Как ты вообще, глядя на мир так, ты мог реально выжить? Я себе этот вопрос тоже задавала неоднократно, когда возвращалась в свою жизнь, в воспоминания своей старой жизни. Как мы вообще выживаем? Но мы выживаем, мы с вами очень сильные, умные, мудрые, такой вид человечества у нас классный. И как ни крути, мы все равно развиваемся, к счастью большому. Ну, кто-то, наверное, деградирует, но все-таки большинство людей развивается. И я вам хочу сказать, что нету ничего абсолютно страшного или мега опасного в том, чтобы начинать с собой работать и начинать себя вот так раскручивать. Интересно получается то, что со временем вы перестаете... Вообще ключ какой осознанности? Ключ очень простой. Из человека, который кого-то обвиняет, что-то и кого-то обвиняет в причинах своих неудач жизненных и в том, что он имеет, переход в стадию человека, который за все берет ответственность и который прекрасно понимает, что он является причиной всего того, что с ним происходит. А когда я являюсь причиной, я могу на это влиять. Я это называю как из позиции, из того, что вы сидите в огромном бесконечном автобусе и есть водитель, и вы ничего не можете поделать, потому что есть водитель, а вы пассажир. Вы пересаживаетесь в собственный автомобиль и становитесь его водителем. Так вот в этом и заключается цель осознанности. Когда мы с позиции того, что кто-то в чем-то виноват, переходим в позицию того, что я не виноват, я являюсь причиной, невиновным, причиной. И начинаю устанавливать вот эту причинно-следственную связь. Что со мной, как, почему произошло, что на это повлияло и что я могу сделать, чтобы это изменить. И для меня это самая крутая штука, которая сейчас происходит. Почему? Потому что начинают исчезать полностью обиды на своего партнера, страх. Я понимаю, что все, что происходит, оно является регулируемым. Регулируемым. Потому что когда ты осознан, ты слышишь своего партнера, ты понимаешь, что происходит, что с тобой происходит, ты понимаешь. Ты перестаешь бояться, что он что-то сделает не так. Потому что ты понимаешь, что ты делаешь так. И ты понимаешь, как ты будешь принимать любую жизненную ситуацию, которая с тобой происходит. Ты готов это осознавать. У тебя, для тебя больше не существует ситуации пожар. Нет. В принципе, становится все весьма понятно и прогнозируемо. И это мега круто, я вам хочу сказать. Да, забавно, когда парень говорит тебе: я переспал с другой, а ты не хлопаешь дверью, не говоришь ему: ты урод, а ты говоришь: а почему ты это сделал?
а потом думаешь сама, а почему он это сделал, а потом понимаешь, почему он это сделал, и ты понимаешь, что, в принципе, он это сделал, потому что, ну, ты как бы этому поспособствовала, и ты думаешь, как я буду на это реагировать, он мне дорог или нет. Ты не смотришь на что-то, как на черное или белое. Козел, он переспал с другой, до свидос. Да, это делает отношения немного странными в контексте облика морали. Но ты перестаешь мыслить так шаблонно, касаемо всех ситуаций жизненных. У тебя уходят эти стереотипные шаблоны, ты начинаешь смотреть глубже. Жизнь, несмотря на свою простоту, очень многогранна. И нам придумали какие-то правила, да, казнить, помиловать, для того, чтобы, значит, можно было всем управлять. Но если вы только немножко начнете включать голову, то вы увидите, что отношения — это сильно многограннее. И что если отношения, например, вот так вот рулить, только по каким-то моментам, там, сексуального характера или еще какого-то, то, в принципе, не мудрено, что ты либо жизнь проживешь во вранье, обманывая себя с кем-то находясь, потому что вот, ну, несчастливым человеком, лишая себя чего-то, его чего-то, но зато вместе. Либо вообще не построишь никакие отношения. Ну, никакие не построишь, потому что везде все будет очень четко, хорошо, плохо. И у меня такой, знаете, сейчас интересный период во всех этих планах, во всех этих мыслях, очень интересный. Потому что, ну, с такими мыслями не просто в общество выходить, я вам честно скажу. И многие очень в штыки реагируют, особенно когда я говорю об отношениях, особенно когда я говорю о том, что вот о каких-то таких вещах, а чаще всего мне все время говорят, вот измена, вот, или, например, как перевоспитать мужчину, заставить его. Перевоспитывать можно только себя. Вот вы говорите, может и простить. А я все время думаю, а прощать-то кого надо? В таком случае, партнера или себя? Себя простить, что довел до такой ситуации? Или партнера простить за то, что это сделал? Понимаете? Тут ведь вопрос, кого за что простить? Нам все время хочется стоять во главе ситуации, быть мамой, решать, кто прав, кто виноват, а кого прощать. Ну, например, если женщина не спит со своим парнем, да, ну, давайте девушка, не спит со своим парнем по разным причинам. Сегодня у нее месячные, завтра голова болит, и вот она с ним не спит месяц, два, три, четыре. Но очень сильно его любит. Как думаете, вот кого в этом случае прощать? А у него сперма бьет. Ну, просто ему трахаться хочется. Он молодой. А она молодая, ей еще это не надо сильно. А он молодой, ему это надо сильно. Кого прощать в этом случае? Он пошел на вечеринке, с кем-то трахнулся. Ну, кого в этом случае прощать? Она говорит ему, ты козел? Я тебя так любила, ты меня предал. А он говорит, я трахаться хотел. Ну, вот мне сейчас, когда 37, уже скоро 38, я, в принципе, понимаю молодых ребят. Я помню себя в 20 и парня своего в 20. Это разные отношения к этим вещам, абсолютно. Понимаете? Поэтому тут все не так сильно просто. Я сейчас не за то, чтобы все шли и трахались, кто с кем хотел. Я просто говорю о том, что ситуации все настолько многогранные и неоднозначные, что вот этот шаблон «хорошо или плохо», он не сильно работает. И только когда вы начинаете включать свой мозг, когда вы начинаете думать, когда вы начинаете разговаривать, тогда вы можете что-то научиться понимать и принимать. В противном случае нас ждет вот это шаблонное продолжение шаблонной жизни существования. Ну, вообще, как бы, меня это, например, всегда только удручает. Именно по этой причине я, собственно, и заставляю вас пробуждаться. Именно по этой причине я стараюсь давать какие-то неоднозначные темы для того, чтобы вы начинали о них думать, обсуждать их со своими парнями, друзьями, еще с кем-то, чтобы вы начинали размышлять, нетипично мыслить, все, придурок, урод, все, закончили отношения, а чтобы вы начинали размышлять,
размышлять и понимать, а я-то в эти отношения что вношу, а моя-то здесь где может быть вина, почему я себя так чувствую. Иногда, разбираясь в отношениях, ты просто понимаешь, что ты уже не любишь-то своего партнера, то он тебе не нужен, поэтому ты себя так ведешь. А раньше бы ты до этого не догадался, а тут вдруг догадываешься. Опа, соответственно, можно двигаться куда-то. Я хочу, чтобы вы понимали, что страшно не изменение, страшно отсутствие изменений и нахождение в состоянии несчастья. В состоянии несчастья и принятии этого как своя жизнь. Люди часто живут нудной, скучной жизнью, не наполненной ни эмоциями, ни ростом, все время какие-то деньги, выживание. Но неужели вам не жалко потратить свою жизнь на то, чтобы постоянно зарабатывать деньги, которые вы тут же на что-то тратите, и все? Неужели вы считаете, что в этом и все? В этом и есть ваше предназначение жизненное – промучиться? Так. А если у мужа была любовница 7 лет за моей спиной, я не простила. Надь, а вы, вот у мужа вашего была любовница 7 лет. Значит, вы 7 лет, первое, не замечали своего мужа. Второе, вы 7 лет, чем вообще занимались? Вы чем занимались? Вы придумали себе, что вашему мужу с вами хорошо, и... Чего вы не простили? А себе вы простили, что вы 7 лет не занимались своим мужем, вообще не видели, что с ним происходит, не работали над вашими отношениями сами. Вы-то с ним были счастливы, у вас все было замечательно, вас все устраивало. Понимаете, история в том, что, как я говорила, отношения мы строим с двух сторон. И вы строили те отношения, которые были удобны вам, а он те, которые удобны ему. Но что-то же происходило. Всегда, когда подобные вещи происходят, в семье есть какие-то моменты. Либо вы их не обсуждали оба, закрыли глаза, и он решал этот вопрос по-своему, а вы считали или делали вид, не хотели замечать или думать о том, что он его может решить. Ну, тут же всегда все, когда мне люди рассказывают о подобных вещах, когда мы живем под одной крышей, мы не можем чего-то не знать. Мы можем сделать вид, что мы чего-то не знаем. Мы можем хотеть чего-то не знать. Мы можем хотеть на что-то закрывать глаза. Но если мы и правда ничего не замечаем, значит, мы вообще уже два далеких человека. Два далеких человека. 7 лет – это много. Поэтому вам обижаться нужно только на себя, в чем вы не доработали, в чем вы не дотянули. Он-то тут ни при чем. Это его история. Вы-то в чем не дотянули? Что с вами было не так, что вы могли 7 лет жить с мужчиной и при этом ничего не видеть, при этом не строить с ним такие отношения, в которых бы ему не нужна была другая? Значит, вы не дотянули. В таких вопросах всегда нужно спрашивать себя, не искать виноватых, а, повторюсь, я являюсь причиной того, что со мной происходит. И поэтому, если 7 лет от вас гулял ваш муж, и вы этого не видели, вы причина этого для себя, не для него, его оставьте в покое. Он просто 7 лет был счастлив. Он 7 лет позволял себе быть счастливым, потому что он не был таковым с вами. Ну, вот так. Оля, не все понимают это, я тоже еще полгода назад это не понимала, но дошла до этого, когда он предложил просто дружбу. Но видите, значит, у вас какой-то такой интересный, прекрасный жизненный опыт. И еще раз говорю, я прекрасно понимаю, что со стороны для человека это все звучит дико. Я понимаю это. Ну, не думайте, что я этого не понимаю. Но звучит дико только потому, что мы запрограммированы на другое. И наши чипы, файлы, они такие типа «не-не-не», наша поисковая система, у нее это в голове не укладывается. Но когда вы выключаете автомат, помните режим автомата, и начинаете вручную настраивать, вы начинаете соображать и понимать немножко больше. Поэтому выключайте автомат, вот, собственно, и все. И тогда будет происходить нечто другое. Шаблонно мыслить, ну да, так легко. Но шаблонное мышление – это, знаете, как одежда по лекалу. На вас не села, но вот она пошита, на всех стандартизирована. И всем плевать на вашу индивидуальность. Есть мужики, которым секс по 2 раза на дню, а он изменяет. Почему? Ему просто одной мало, как бы он ни любил. Да, да, тут вопрос в том, что мужчина не может себе в этом признаться. Мужчина не может признаться в том, что ему нужно много женщин. То есть вы должны понимать, что вообще, я сейчас скажу вообще страшную вещь,
Может быть, захотите на эту тему эфир, можем поразмышлять, что секс и отношения – это разные вещи. Об этом уже неоднократно говорят. То есть секс и отношения – это разные вещи. И, кстати, для многих женщин вообще вопрос отношений сильно важнее вопроса секса. И вот представьте себе, что для вас вопрос отношений сильно важнее, ваш мужчина вас безумно любит, но для него вопрос секса не менее важен. Получается, либо вы жертва, и вы страдаете, либо ваш мужчина жертва, либо ваш мужчина решает этот вопрос так, как он считает нужным. Но отношения-то ваши не страдают. Но в нашем облике морали что говорят? Такого быть не может. Такого быть не может. Женился, он должен спать только с одной. Как-то он будет секс решать где-то. А представьте себе, что ему нужен секс, еще и много и разнообразного, и с разными женщинами. Но он любит эту женщину, он очень четко разделяет секс и отношения. Ну, я, например, слышала такие истории неоднократно от мужчин. У мужчин такие вещи присутствуют. Я вам скажу больше, у женщин такие вещи присутствуют. Не принято, да, о таком? О таком не принято, конечно, как-то. Нет. А что делать? Вот ему надо. Он столько... И он себя запирает. Это, знаете, как алкоголизм. А потом срывается, в запой уходит. Просто не может ничего с собой поделать. Это как с холодильником. Клянешься, не буду все есть, уже все, Пасха закончилась. Ночью понимаешь, что ты съел пол холодильника. Не понял, как там оказался. Вот и он не понял, как переебал пол офиса. Опять-таки, мы можем смеяться, говорить «козел», вешать все ярлыки, но мы с вами забываем о том, что жизнь, она такая. Мы об этом не говорим, ну как это говорить, что я замужем, например, живу с мужчиной, а там о сексом занимаюсь с другим или хочу заниматься с другим. Как мы о таком можем говорить с вами? Но что, вы хотите сказать, что такого не бывает? Никогда? Нет, ни у кого? Внимание, вопрос. Да, кто-то говорит, зачем с таким жить? Понятно. Тут может быть очень много разных разговоров. Зачем с таким жить? Зачем? И все, да, все. Мы обо всем можем говорить. А, ладно, эту тему я не буду поднимать, она еще жестче. Секс и отношения – разные вещи, но в отношениях все хорошо, вот секс раз в месяц, максимум два. Причина непонятна, как мужику не интересен секс, а самоудовлетворение. А вот хер знает. Вы понимаете, я на самом деле, раньше бы я вам сказала, у него кто-то точно есть. Я сейчас понимаю только одно, что люди очень разные. В контексте всего мы по-разному понимаем и проявляем любовь. И по-разному в ней нуждаемся. Мы по-разному понимаем и принимаем секс. И по-разному в нем нуждаемся. Вот все по-разному происходит. И поэтому всегда так сложно представить себе, что встретились два человека, идеально друг другу подошли не на месяц, а на всю жизнь. Во всем. Понимаете? Поэтому я хочу, чтобы вы просто сегодня немножечко расширили свои шаблоны, чтобы вы перестали сейчас, что бы в вашей жизни ни происходило, чтобы вы убрали вот эту оценку, которая у нас нарисована, как будто бы мы в КВН. 5-10? Нет. Но в каждой ситуации может быть другая совершенно оценка. Постарайтесь не давать сегодня, исходя из того, что у вас есть какая проблематика, оценку «хорошо или плохо», «караул», «козел», «дурак» – нет. Попробуйте понять, глубже нырнуть в ситуацию, а почему это могло произойти, а что я во всем этом делал вообще, что я делал не так, что я мог делать не так. Поразмышляйте, учитесь себя думать. Не зарабатывать оценку, как в школе, поскорее первому нести тетрадку, а думать. То, чему нас не учили. Думать. Размышлять. И вы увидите ситуации совсем под другими углами. Вы сможете все пощупать и посмотреть, и понять
совершенно иначе. Ну, а если хотите научиться думать глубже, и если вам действительно интересно понять, кто вы, какие ваши желания, я вас, конечно, приглашаю на рерайтер жизни написать книгу своей жизни. Потому что на моем марафоне «Рерайтер жизни», автором которого я являюсь, прежде всего, наша первая задача – мы пишем книгу. Представьте себе, книгу о себе, о жизни своей мечты. Пишем ее поэтапно, с помощью моей собственной методологии, моих медитаций, которые помогают нам на каждом этапе пораскрывать себя все больше и больше. Это крайне увлекательно. Но в результате мы получаем книгу, в которой мы видим ту жизнь, не ту, которой мы живем, а той, которой мы хотим жить. Мы начинаем видеть альтернативную реальность. А в процессе я даю очень много разных интересных, важных, последовательных видео, которые объясняют вам, каким образом мы можем достичь той жизни, которую мы желаем. Ну и, следовательно, мы понимаем, почему мы сегодня имеем именно ту реальность, в которой мы находимся. Как я уже неоднократно повторяла, я являюсь причиной всего того, что со мной происходит. На это есть квантовая физика, на это есть законы энергии и много интереснейших вещей, которыми я вас сегодня не парила. Сегодня я хотела, чтобы вы осознали одно, что только собственное развитие, поиск себя и собственное развитие не в контексте на случай, если меня бросит мужик, а в контексте того, что я хочу обрести себя и жить своей классной жизнью, даст нам возможность получить счастье во всем его проявлении, включая классные взаимоотношения. Потому что как ни крути, мужчина и женщина, инь-янь, нам необходимо быть вместе, и в этом балансе определенно что-то есть. Вне зависимости от того, находимся мы вместе день, час, неделю, год или всю жизнь. Спасибо всем огромное за то, что были на этом эфире. Мне бы очень хотелось, чтобы вы поделились какими-то своими маленькими мыслями, которые вам запали вот с этого эфира. Что вас тронуло, какая тема вас зацепила, слово, предложение, мысль, может быть, осознание. Я сейчас опубликую этот эфир, сделайте это, пожалуйста. Мне прям очень это важно и интересно, и если мы с вами наберем достаточно интересных комментариев и желания поговорить на тему секса, отношения, равно или разница, я сделаю такой эфир. Конечно, я думаю, что это будет немножечко странный эфир с разрывами шаблонов, но тем не менее кто-то же должен об этом говорить, поэтому предлагаю подискутировать. Спасибо всем огромное, сейчас публикую эфир, очень прошу вас оставить комментарий.